Потому что человек зло им делает. Здрасте. Здрасте. В общем, как у меня. Сейчас надо чай попить. Времени у меня мало. В 11 час в город поеду. Время практически осталось. Чуть-чуть, пока чай скипячу. Надо было мне... Я обычно в 5 часов встаю. Чтобы собак накормить, приготовить. Это сколько работы. Вот я работаю, вот в 5 часов встанет 5 часов утра, 5 часов утра, и мне не хватает времени. И вот постоянно работаю, вот в 5 встал утра, и вот это работаешь. А вы скажете, откуда у меня работа? Сейчас объясню, работы вот в прорву. Собакам, чтобы сварить ведро этой, каши там что-то такое сварить, ведро. Прежде чем сварить ведро, надо 3 вот таких охапки хвороста кучи. Еще это хворост надо найти, сухой хворост. Найти, потом наломать его вот такими. Потом раз на веревочку и потащить. Тащу очень далеко. Потому что вся низина залита водой, полностью все залито. Там по пояс вот так в воде можно утонуть. Она вроде снег, а стоит наступить, и все, ты утонул. Вот так утонешь. Потому что сейчас через верх вода, вот зима вроде, а я первый раз такое вижу, чтоб через верх, через землю вода поступала. Она поступает и наверх идет. Все поступает. И вот так она как бы поднимается. Не снег поднимается, а вода поднимается. Я думаю, что она из-под земли столи бьет вода. Короче, я вот зимой пользуюсь водой. Она не замерзает, эта вода. Даже морозы вот были 30 сколько-то градусов. Она не замерзла ни капельки. Это собаки раз откопали снег и воду вот такую сырую пьют. Все. Вот.